Затем следующий принцип – поверять свои мысли тем, кто находится на более высоком духовном уровне. Many times we have doubts in our mind. Часто у нас бывают в уме сомнения. Doubts are beginning to come in. Начинают появляться сомнения. But I'm too scared to reveal my mind to anyone. Но я боюсь раскрыть свои мысли кому бы то ни было, поделиться своими сомнениями. So I keep everything in my heart. И все держу в себе. And then what happens? И что потом случается? One day, какой-то finally, день, pack my bags and go home. В конце концов, я пакую вещи и иду, ухожу домой. We don't want that to happen. Мы не хотим, чтобы это происходило. You really mind those are more advanced. Если вы не хотите, чтобы это происходило, то вовремя делитесь своими мыслями, говорите о том, что у вас происходит в уме с более продвинутыми преданными. Does Arjuna have questions? Арджуна задавал вопросы? Нет. Да или нет? I'm confused about my duty. Он сказал, please instruct me. I'm a soul surrendered to you. Я не знаю, в чем мой долг, пожалуйста, наставляй меня, я предаюсь тебе. Parikshit Maharaj is saying, what should one do who is about to die? Parikshit Maharaj спросил, что должен делать человек, стоящий на пороге смерти? Some of these great sages have questions. Даже великие святые, великие мудрецы задают вопросы. So there's nothing to be embarrassed if you have questions. Поэтому вам не нужно стесняться, если у вас есть какие-то вопросы или сомнения. Provided you go to the right source for rectification. Но за решением этих вопросов и за тем, чтобы развеять сомнения, нужно обращаться к правильному источнику. So reveal your mind and take instructions. Открывайте свои мысли и принимайте наставления.